Добрый день всем присоединившимся. Оля, пишись, пожалуйста, звук как? Так. Команда «Строитель» уже на поле. Брагин в воротах. В поле Афанасьев, Колесников, Якупов, Карпетян, Гараев и Минеев. Играем с КамАЗ-2. Мяч за боковой будет игроки команды КамАЗ. Якупов перехватывает. Не получился у Якупова прострел. В подкате Санчес справляет свою ошибку, выбивает мяч в аут. Я показываю, что мяч будет вводить команда «Строитель», и Купов будет вводить. Сильно вперед на Гараева. Попытка пробить поворотом. И угловой зарабатывает команда «Строитель». И опять домашняя заготовка команды «Строитель». Рядом со штангой мяч пролетает. И команда КамАЗ пытается уйти в контратаку. Афанасьев на Карпетяна. Карпетян дальше на Брагина. Брагин на Колесникова. Колесников в центр на Карпетяна. И команда КамАЗ перехватывает мяч. Тут же ребята вступают в отбор. Минеев. Удар. И мячик сваливается с ноги. И у Минеева удар не получается. Гараев с мячом. И зарабатывает аут. Минеев. Пас на Карапетяна. И мяч уходит за пределы поля. Команда КамАЗ будет вводить от ворот. В команде «Строитель» замена. Вместо Карпетяна выходит Загайнов. Якупов перехватывает. Гараев перехват. Передача на Загайнова. Загайнов не точно на Минеева. И перехват. Команда КамАЗ убегает в контратаку. Все заканчивается ударом мимо ворот. Брагин вводит мяч в игру на Загайнова. Загайнов. Гараева. Гараев обратно на Загайнова. И Загайнов падает.
Колесников. Ну и судья показывает, что мяч покинул пределы поля. Минеев на Загайнова. Минеев Гараеву. И опять не точно. Команда КамАЗ перехватывает. И только коллективными усилиями Якупов Колесниковым отбирают мяч. Якупов прострел. И накрывают данный прострел игроки команды КамАЗ. И команда строителей зарабатывает угловой. Домашнюю заготовку опять пытались исполнить, но помешала фишка. И команда КамАЗ бежит в контратаку. И судья. И команда КамАЗ зарабатывает штрафной удар вблизи наших ворот. Брагин выставляет стенку. И гол забивает команда КамАЗ. В команде строитель замена. Шакиров появился на поле. На Афанасьева. Афанасьев через Колесникова. Колесников сильно вперед. И команда строителей зарабатывает угловой. Минеев пошел подавать. Сильный навес. Якупов удар. И сильно выше ворот Минеев. Штрафной зарабатывает Шакиров. Минеев пошел подавать. Сильно вперед. Афанасьев удар. И вратарь команды КамАЗ ловит мяч. Прессингует, вынуждает ошибиться. Минеев на Якупова. Якупов сам обыгрывает двух игроков. И мяч уходит после подачи Якупова за пределы поля. Игроки команды КамАЗ, и мяч переходит к команде строитель. Колесников не точно на Якупова. Команда КамАЗ в атаке. Якупов перехватывает. Шакиров.
Акиров обыграл троих. И заработал Полит Акиров. Набирают мяч. Не проходит передача Гараева. И Афанасьев вынужден вступать в борьбу. Минеев увидел подключение Якупова. Якупов наносит удар и мимо ворот. Шакиров обыгрывает, практически выход 1-1, но вратарь фиксирует мяч. Команда КамАЗ. Брагин. Да, Брагин выходит вовремя из ворот. Команде КамАЗ смена состава. Команде Строитель тоже замена. Вместо Гараева на поле появляется Загайнов под 15 номером. Шакиров. И точно на Якупова. Команда КамАЗ перехватывает. И судья ставит штрафной в пользу команды КамАЗ за удар по ногам. Якупов просит замену. Тяжело ему еще после болезни. Колесников встречает Афанасьев на Минеева. Минеев на Колесникова. Так, на поле появляется Сафин Даниэр вместо Якупова. Загайнова. Колесников с мячом. Не увидел Колесников. Колесников перехватывает. Делает прострел и зарабатывает угловой. Подает. И после отскока мяч уходит от Колесникова Ратмира.
дорогая нас перехватывает. Пас на Минеева. Минеев на Сафина. Сафин обратно отыгрывает на Минеева. Минеев удар. И спасает сейчас команду КамАЗ, их вратарь. Загайнов пошел подавать. Кто-то должен, да, первым Шакиров на мяче. Загайнов делает передачу. Перехватывает команда КамАЗ. Но Сафин исправляет ошибку. И зарабатывает аут. Колесников в подкате. Вместо Шакирова появился Маштаков. Афанасьев на Колесникова. Колесников не точно на Сафина. Сам же исправляет родную свою ошибку, перехватывая мяч. С мячом Афанасьев на Гараева. Сафин. Гараев. Минеев. Подача. Вот ты, Филипп, закрой его. И давай. Удар. Колесников прерывает. Гараев сильно вперед. Маштакова. Маштаков вынуждает ошибиться игрока команды КамАЗ. Сафин. Замена в команду строитель вместо Сафина выходит Якупов. Вместо Маштакова выходит Карапетян. Thank you.
коллективными усилиями команда «Строитель» забрала мяч, тут же его потеряла. Гараев на Афанасьева. Гараев на Минеева. Очень много брака сегодня опять в передачах. Сильно на Гараева. Гараев должен догнать мячик. Да, догоняет и... И зарабатывает угловой. Очень неточный удар в исполнении Гараева и Искандера. Якупов перехватывает. Делает прострел на Карапетяна. И потеря мяча. КамАЗ бежит в контратаку. Замена, вместо Карапетяна выходит Загайнов. Удар. Да, неожиданный удар. И мяч залетает в ворота. Счет становится... 2-0. Передачу, в результате КамАЗ выходит в контратаку. Брагин от ворот будет разыгрывать через Афанасьева. Афанасьев на Гараева. Ошибка в центре поля. Якупов. Что, пошли, зайдем? Thank you.
Афанасьев. Сразу на Гараева. Первый тайм закончился, напоминаю, счет 2-0.